Приветствую вас. Я думаю, что начать свой ответ необходимо с того, чтобы определить, что вообще из себя представляет такая история, что вы стесняетесь девушек. То есть вот в принципе, да, что эта история из себя представляет как таковая. Стеснение девушек, равно как и любое другое стеснение, каким бы оно ни было, да, представляет из себя, с одной стороны, мотивационный конфликт, то есть это конфликт, в котором очень сильная, серьезная потребность находится ваша. Ну, например, потребность потребность в той же девушке, ну, например, да? Вот. И необходимо определить для себя, что есть, что значит эта потребность ваша. Вот. Почему для вас подобное так важно? Понимаете? Это вот такая история, с одной стороны. С другой стороны, имеет место быть запрет на отношения с девочкой. Имеет место быть страх. Возможно. Возможно, имеет место быть страх перед девочкой. Ожидание, что это да, это будет сложно. Ожидание, что это будет тяжело. Ожидание, что это будет невероятно трудно. И так далее. Вместе с тем, это субъективно искаженное восприятие. Это субъективное искаженное восприятие того, что вам хочется. Субъективное искаженное восприятие девушки, то есть восприятие ее исключительно в качестве собственно женщины, но не в качестве личности. Это очень важный момент. То есть, с одной стороны, вам свою мотивацию, к примеру, быть с девушкой, необходимо разгрузить. С другой стороны, необходимо вам воспринимать женщин в первую очередь как личности. Понимаете? Именно как личности. И мы говорим здесь о более равноправных отношениях. На самом деле.
мы говорим об отношениях, где вами женщина воспринимается, ну, как более равноправная, более равноправная история, более равноправный момент, более равноправная партнерша, вот. Понимаете, какая штука? А вот, по сути, дело так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я не уверен, конечно, что этого будет достаточно, вот. Но, тем не менее, для начала такая история. Определите для себя, что вы хотите. Определите для себя, что вам нужно. Определите для себя, чего вы ждете от девушки. Вот. И посмотрите, как бы вы могли снизить мотивацию. Также обратите внимание обязательно на то, как именно вами воспринимается женщина. То есть, как вы ее видите, в контексте кого, или в каком образе вам представляется девушка. Знаете, вот, значит, коллега Артур пишет о том, что нужно быть собой. Я немножечко конкретизирую то, что он сказал, и выражу идею немного иначе. Я скажу, что необходимо общаться с женщинами, да, не только как с женщинами, но в том числе и как с личностями. То есть умение видеть в человеке личность, это очень важная история. Умение видеть в человеке кого-то, кроме гендерной принадлежности, а именно гендерная принадлежность не позволяет вам общаться с девочками на равных, вот, позволит вам выйти из порочного круга, в котором вы оказались. Вот. Лично я думаю, что на ваш вопрос можно ответить именно так. То есть, конечно, может быть, можно много чего еще вам сказать, можно много чего добавить, но по большому счету вы слишком мало предоставили себе информации, чтобы вам можно было бы ответить вот именно адекватно, да, потому что слишком мало информации. Нам, психологам, все-таки нужно больше информации о человеке, больше информации о клиенте для того, чтобы мы могли помочь. Поэтому, если вы хотите разобраться в своей проблеме, то нужно проследить ее историю. Историю, я имею в виду, вашей проблемы. И когда эта история будет прослежена, тогда можно будет уже говорить о чем-то, тогда уже можно будет исследовать что-то, тогда уже можно будет вырабатывать
какую-то, ну, стратегию, да, работы с вами, вот, что и приведет по итогу к тому, что у вас появится легкость в этом вопросе будет легкость у вас, вот, и мы сможем добиться того, что вы хотите, то есть мы сможем наладить ваши отношения с девочками. Вот. На мой взгляд, именно так можно ответить на ваш вопрос, но приготовьтесь, пожалуйста, исследовать себя, приготовьтесь, пожалуйста, к тому, что нужно будет работать, вот, нужно будет выполнять определенные задания, вот, ну и прикладывать, конечно, определенные усилия, без которых само собой ничего не получится. Я надеюсь, что вы в этом себе отдаете отсчет, и я обращаюсь на наш ресурс, все-таки предполагаете, что должна быть проведена какая-то работа. Ну, имеется в виду вами какая-то работа должна быть проведена. Вот. Вот, в принципе, так, на мой взгляд, можно вам ответить на ваш вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!